Баден-Баден, музей Фрида Бурда, скульптура Жана Миро, женщина. Какой-то двухликий кролик. Привет, дорогие друзья! Это заключительный выпуск из Баден-Бадена, и он так называемая сборная солянка. Включены все удивительные моменты, которые повстречались мне на пути во время этого пребывания. И поехали! Я желаю вам приятного просмотра! Вот на каких машинах надо ездить и с собой их все непременно возить. А я взбираюсь на вершину горы Меркур, так называемый символ Баден-Бадена. Так приятно с рубленным деревом пахнет здесь. Это трамвайная линия, которая ведет к самой вершине горы Меркур. Крыши Баден-Бадена. Вершина уже совсем рядом. А вот я нашла и завтрак. Моя цель на сегодня. И надеюсь, каждый день я буду делать такие восхождения, пока я нахожусь в Баден-Бадене. Табличка говорит нам о том, что это территория, откуда можно летать. И на нее, вот, видимо, с левой стороны от этих бревен могут заходить только пилоты. А летают эти пилоты вот в таком направлении, которое называется Баден-Баден. Ну, они, конечно, не до Баден-Бадена летят, а над Баден-Баденом. Вот где они приземляются, сказать не могу. Окружающие Баден-Баден холмы, горы создают этот уникальный микроклимат. Говорит о том, что сегодня я уже прошла 5 километров. Предстоят еще 5 минимум. На гору приехал автобус с французами. Вершина горы Меркур. Взяла с собой из дома маленькую бутылочку без воды. И вот, наконец-таки, нашла колодец с питьевой водой. У кого-то здесь была вечеринка. Или вечеринка только намечается. Ткань Валентина, костюм от Вали. Валентина, Валентина. Шикарная ткань. Какое пальто? Еще и пальто есть? Началось приготовление праздничного торта. Я наколола орехи грецкие. Результат непосильного труда, но на этом моя миссия закончилась.
яйца. Медовик раньше был наш любимый торт. Здесь толстый крыши, не тонкий. Лед льется рекой. Сейчас погасим его. Погасим. Гасим соду. Рецепт из какой-то старинной СССР книжки СССР-овской. Да, сюда же еще щепотка соли пошла до этого. 2 стакана грецких орехов. Видите, эти орехи сейчас раздавливаются, и прям масло ореховое осталось на каталке. Так что сами чистите орешки. Ну, они, в принципе, не портятся, они могут высохнуть чуть-чуть. Тесто практически готово. Чтобы это потом можно было отлепить. Тесто приближается к идеальной консистенции. Угу. Смазываем противень маслом. Взяли кисточку, которая была под рукой. Другую пока что-то не нашли. А вот эта порция большая, поэтому я переживаю, чтобы... Сейчас все это разровняется и в духовочку. Глаживаем, мочу руки. Один готов. Обнаружилась таки кисточка. Здесь, наверное... Приближаемся к изготовлению крема. Или начинка это называется. Чтобы не был сильно приторный, чуть-чуть добавляю этого. Чтобы он был немножко лимончик. Сметана идет цедра лимона. Николь, не ломайте. Я не ломаю, просто смотрю, может потончить. Это как сметанник получается, да? Ну, сметанный. Ну, это наш крем, который мы... Ну, я всегда еще сгущенку добавляла вместо сахара, я добавляла сгущенку. Вот еще нам для полного счастья тут сгущенки не хватает. Ну, он легкий тогда получается. Обмазывает Гуля каши с двух сторон. Короче, не жалею. Все должно пропитаться. Да. Пищевая. Вишня. А что значит пищевая? Ты можешь веточки перебрать, чтобы они идеальные были? Слушайте, мне кажется, трюфель надо растопить. Валюша заглянула на минутку. Модель. Фотомодель, да. Все на нее любуются, на ее новый костюмчик. Что постеснялась? Ладно, я пое делаю. Может, ты все-таки это еще ничего. Наше произведение. День рождения у Маши, но Маша еще торт не видела и вообще ее дома нет. В общем, будем сейчас его пробовать. Ist das möglich bis zum Freitag? Ja, das kriegen wir. Das muss ich machen. Einer. Ремонт обуви. Ну, это Баден-Баден, поэтому так и выглядит все. Шпицы. Tschüss. Баден-Баден. Фонтанные каскады «Парадис», что в переводе означает «рай». И, о боже, что я вижу, они работают. Да, не часто я бываю в Баден-Бадене летом. Скромные фонтанчики по бокам. Это старый замок. Надо уточнить, кому он сейчас принадлежит. Последняя информация, которую я читала несколько лет, гласила о том, что его купил какой-то арабский шейх и хотел сделать там отель, но никак с городом договориться не может. Музей Фаберже города Баден-Баден. Надеюсь, в ближайшее время я смонтирую видео о посещении музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Сегодня четверг, около 18:00, улицы Баден-Бадена пусты. Наверное, все на летнем фестивале Баден-Бадена, что у Курхауза. Друзья, я правда в шоке, чтобы в 18:00, в четверг, в Баден-Бадене, на центральной
шопинговой улице никого не было, это для меня абсолютный нонсенс. Ну вот я так и предполагала. Весь Баден-Баден сбежался к Курхаузу. Немцы швейцарский флажок не забыли повесить, равно как и французский. Willkommen am Donnerstagabend. Was für ein wunderschöner Abend hier in Baden-Baden, oder? Was für ein herrlicher Abend. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns seid. Und ich freue mich sehr, dass ihr... Und es ist wieder dünn. Ja. Elegantes super. Buffet. Wow. Super, super. Gut. Das sieht ja super aus. So, und hier, ich habe einmal komplett gelöst. Oh, ja, und Farbe ein bisschen wieder. Ja. Genau, Farbe ja, und eine dünne Gummi. Es sieht wie neu aus. Genau. Meine Freunde. Lieblingsschuhe. Andrei будет в каких туфлях горцевать. Парковка забита всевозможными гоночными машинами, Феррари, Ламборгини, Порше и не знаю что еще. Видимо, какой-то ралли. Есть вот и... Ретро. Нашли чайную розу. Аромат необыкновенный. Или в русском магазине. Салат? Вот кто занял всю парковку. А зеваки устроили фотосессию на фоне различных машин. Лен, пойдем тоже сходим. В общем, я тоже зевака, сознаюсь. Зеленый монстр. Видите, это тоже Lamborghini. Ну как они отличаются? Mercedes тоже здесь. О, впереди желтый Maserati. В основном все из Нидерландов, то бишь Голландии.
Видимо, там живут очень горячие головы. Любят они гонки всякие. Мы гуляем с собачкой, а люди гуляют с лошадкой. Друзья, я иду в очередной раз в термальный бассейн города Баден-Баден под названием Каракала Термы. И вот только что хотела сказать, спокойный утренний Баден-Баден, как сзади меня зашумела стройка. Над всей картинкой возвышается здание замка, о судьбе которого я так еще и не выяснила. Била, это гимназия. Кому-то вот посчастливилось. Посчастливилось в жизни учиться в такой прекрасной гимназии в центре исторического города. Да, вот купол, видите, зеленый купол возвышается над зданием. Это здание Фридрихсбад, тоже бассейн, наверное, можно так назвать, термальный бассейн. Он более такой люксурьезный. Очень красивый внутри, но, честно говоря, мне больше нравится Каракала термы. Это вход в термы. Там люди занимаются йогой, как раз там открытое такое пространство, где можно было бы подойти и снять сам бассейн. Внутри вроде бы нельзя снимать, но там сейчас спортсмены. А говорят, что термальные источники, термальная вода поднимается с глубины 2000 метров. Наверняка ее еще охлаждают. Магазинчик. Друзья, который день я прохожу мимо этой лаванды, и с каждым разом я восхищаюсь все больше и больше. Мне кажется, больше пташек, пчелки, бабочки, все их больше и больше здесь становится. Это невозможно, это такое великолепие. Мимо пройти невозможно, не заметив это. Это роскошество. Конечно же, люди посадили эту лаванду. Но бабочки прилетели сами.
на этот аромат. К сожалению, так мне и не довелось побывать на лавандовых полях Франции. Но все еще впереди. Скульптура называется «Игра». Медвежата играют. Ювелирный бутик в Баден-Бадене под названием «Владимир Михайлов». Очень интересные вещички. Открывающийся перстень я вижу впервые. Георгий Победоносец и молитвы. Немецкая железная дорога в своем репертуаре ничего нового. Опоздание на 15 минут. Это, наверное, еще хорошо. Еду из Баден-Бадена в славный Цюрих.